Бывший президент Грузии с сегодняшнего дня и грузинский гражданин тоже бывший. Михаила Саакашвили лишили статуса в соответствии с законодательством. Гражданство теряет любой человек, получивший его в другой стране. Напомню, Саакашвили недавно натурализовался на Украине и возглавил администрацию Одесской области. Новоиспеченный украинский политик сделал вывод, что правительство Грузии, цитата, боится его и не хочет допускать к участию в выборах в октябре следующего года. Стоит отметить, он тут же добавил, что и не заявлял о подобных намерениях. До переезда на Украину Михаил Саакашвили жил и преподавал в Америке. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате порядка 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск.